Посылка. Я сегодня очень рад. Мне прислал посылку брат. Я от радости танцую и пою. Я из ящика подарок достаю. Осторожно я в руках его держу. Осторожно вместе с бабушкой гляжу. Замечательный подарок мне прислал по почте брат. Замечательный подарок. Покажу я всем подряд. Покажу Петровой Ире, что живет в 7-й квартире. Любопытному Сереже, хвостунишке Гришке тоже. И лифтершей тете Даше, и дружкам по этажу, и дворняжке Жучке даже. Если встречу, покажу. Вот придет с работы папа, спросит: это что за зверь? Я отвечу: черепаха, настоящая, проверь. Наша гостья молодец, ест арбуз и огурец из тарелки, словно кот, молоко тихонько пьет. Вот и дождался посылочки из Перми для моего будущего проекта. Ну, упаковочка целая. Но с другой стороны, даже если бы его и кидали, то что бы было этим железякам? Так, пломбы на месте. Так, ага, уже обследуют. Так, еще одна пломба тоже на месте. Сейчас будем вскрывать. Как говорится, вскрытие покажет. Начнем с маленькой посылочки. Здесь у нас маятник. Ну, еще там кое-что я заказывал. Сейчас посмотрим. Вот там такое. Упаковано. Упаковано неплохо. Выуживаем. Выуживаем. Так, это у нас там звездочка с защитными дисками. Шатуны. Это сам у нас маятник. Маятника каретка есть, уже поставлена. Так, это защитный кожух контроллера. Ну и сам маятник. Итак, в этой посылочке, значит, сам маятник, каретка, шатун второй и звездочка. А вот где у нас болт, который сюда должен вставляться, подшипник, я пока еще не знаю. Может быть, у нас она в большой посылочке. Сейчас начнем вскрывать большую.
Скрываем большую посылочку, скрываем пломбочку. Шов такой хороший. Я в него что-нибудь ненужное наложу и на мусорку выкину. У меня столько ненужного хлама в квартире. Так, смотрим, значит, посмотрим. Это сам отсек для аккумулятора. Хорошо засунуто. Это у нас должен быть сидушка должна быть. Вот. Сидушка неплохая, надо сказать. Что-то я болтаю, не вижу. Болтаю, не вижу. Так, что у нас тут сейчас мы распетрушим и посмотрим. Саму сидушку начали. У нас какая сидушечка. Ну, вроде как бы и мягкая, и жестковатая, но это так и должно быть. Но очень мягкой, очень быстро устаешь ездить. Так. Все замечательно. Очень даже замечательно. Так, ладно. Вставляем в сторонку. Так, сейчас посмотрим само большое основание. Сама рама. У нас тут ничего нет. Закрываем пустую коробку. Так, берем нашу раму и аккуратненько ложим на эту коробку и начинаем рассматривать. Так, это, я так понимаю, для зарядки включения. Здесь у нас вставлены, это уже по моей просьбе, все, что надо для установки вилки. Останется только мне вилочку поставить, и все. С этой стороны, тут надо, я его отрежу по толщине кабеля, и будут у меня провода выходить. Что здесь вот это вот, не пойму пока, а это наоборот. Поэтому вот так вот у нас. Это у нас низ. Кабеля у нас внизу выходит. Здесь у нас должна быть кнопочка включения, наверное. А может быть тоже кабеля. Там я решу. Там болты, болты. Здесь установлен подшипник. Почему-то там не сцентровано, что ли. Это не пойму, попозже разберусь. Ну да. Может быть, она изнутри там как-то регулируется.
попробуем отвинтить. Начинаем откручивать винтики, посмотреть внутренний отсек. Покрашено, надо сказать, хорошо. Ни царапинки, ничего. Эти ребята даже перекрашивали. Они выявили брак покраски на кожухе для контроллера и немножечко поэтому задержали отправку. Так, снимаем крышку. А, вот он, болт, который я потерял. Вот он. Вот что там такое и почему смещен дырка относительно подшипника, я вот этого не понимаю. Ну-ка, вот она. Видно даже там, что смещена. Смещено отверстие. То есть болт туда не пролезет. Ну, сейчас посмотрим, что с той стороны. Так. Вот. Здесь то же самое. Ничего не понял. Может быть, он туда утонет? Утопится как-то. А, вот он точно уходит. Там, наверное, призывные какие-нибудь втулочки, что ли. Все замечательно, ребята. Все просто замечательно. Вот эту сидушку мы поставим. Мы поставим ее. А как мы ее поставим? Вот как-то вот так вот она будет стоять. Или нет? Она с той стороны, наверное, будет стоять. Ладно, это мы разберемся. Вот так. Первое знакомство. Что она там нашла? Непонятно. Уголок себе нашла. Ну и так вот у нас это выглядит, будет со стороны примерно. Мотосидушка. Сам маятник. Все замечательно. Очень обрадовала вот такая вот винтик. Я все думал, как бы вставляется, когда ось велосипедная, а вдруг она захочет выпрыгнуть назад. Ну, всяко бывает. А тут вот что ребята придумали. Винтик. И куда она денется? И никакого усилителя дропаута не надо. Смотрите, какая толщина. О, мой палец. О, толщина какая. Вот это дропаут. Вот это усилитель. Вот он сам болтик, который я потерял. Сюда вот вставляется. Это у нас кожух под контроллер. Вот у нас будет контроллер. Ну, не знаю, хватит ли ему вот этих вот вентиляционных, вот это вот встречный воздух, хватит ли ему обдува там внутри. Если не будет хватать, то придется какие-нибудь еще дырочки наделать. Вот это вот непонятно для чего дырочка сделана. Технологическая. Вот для чего она тут? Ну, будем решать. Здесь вот отверстие под провода, которые будут уходить от контроллера. Это еще какие-нибудь проводочки я найду. Сейчас попробуем открыть эти винтики. Я уже с той стороны открывал, но с той стороны я никогда не буду лазить. Я буду открывать здесь. Вот так образовался у нас еще один кожух. Вон, с той стороны его можно что-то туда, еще какой-то блок положить. С той стороны, вот интересно, что-то можно вставить. Это мы потом решим. Был бы он чуть-чуть бы побольше, чуть-чуть бы, я бы туда бы еще один контроллер вставил. Контроллер переднего привода.
Хотя можно что-то и придумать. Чуть-чуть изменить. Здесь вот вырезать слегка. Приподнять. Задекорировать. И будет все. Окей. И вот что вот это вот такое. Что-то я не пойму. То ли может быть усиление. Может быть усиление вот этой вот части рамы. Скорее всего, так оно и есть, потому что оно уже заподлицо будет болтами стянуться. То есть крепление сидушки и с этой стороны вот этот вот, непонятно как его назвать, все это одним и том же болтами. И что вот я еще думаю, если мне будет рама высоковата, то я ведь могу вот эти вот болты, вот этот оставить на месте, а вот этот болтик пересверлить здесь, и тогда у меня сидушка опустится вот отсюда, сидушка опустится вот до сюда. Ну а то, что здесь будет стоять амортизатор, он нисколько не помешает, нисколько. Нет, не должен помешать. И амортизировать вот так вот будет уже. Ох, 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 ох. Что-то ей не понравилось. А, тебе что не понравилось? Или играть хочешь, да? Ладно, продолжаем осмотр дальше. Со стороны кожуха и контроллера, который здесь будет стоять снаружи. Здесь я вижу еще один. Ну, это, наверное, своеобразное ребро жесткости. Скорее всего, да. Ребро жесткости. Ну и там, может быть, внутри них будут проходить провода. А почему бы нет? Конечно, сквозь них будут проходить провода. Ну, здесь мы подпаяемся для зарядки. Здесь вот, если у нас будет аккумулятор, то вот здесь вот можно еще что-то засунуть, какие-нибудь платки, повышайки, например, понижайки. Это мы будем на месте решать. Что-то можно под седло вставить, очень даже можно. Так, это у нас отверстие от крылья или багажник. Можно багажник поставить. Ну, решим. Девайсом, в общем-то, я очень доволен. Алиса, ты тоже довольна? А? Довольна. Итак. Проект номер 2. Мустанг. Мустанг Прим. Или Мустанг Прима. Я еще не решил, как назвать. Стартует 15 декабря 2021 года. А это мой старый мустанг заслуженный. Он у меня будет или на докатке, а также для поездок зимой. Кстати, подзимные покатушки он у меня сейчас в данный момент и заточен. Покрышки зубастые. Что тут, что там. Ну и стоит на старте. Сейчас у нас на улице галимый гололед. И этот лед очень тонкий. Идет вдоль асфальта. Прям по асфальту лед проложен. И покатушки сейчас немножечко мне не нравятся. Шипы вылетают. Я и так уже штуки 4, наверное, лишился шипика. Что мне еще прислали? Прислал мне из Поднебесной дядюшка Али адаптеры на передний и задний тормоза. На этом я свой репортаж заканчиваю. Будет новый день, придут новые почтовые посылочки. Посылка.